Всем привет, с вами снова я детектив Эдуардо Перетьяно. Добро пожаловать в новую серию, и у нас много всего интересного произошло в этой серии. Кто не смотрел предыдущую серию, тот может нажать на подсказочку, которая вот там сверху выскочила. Посмотрите сначала предыдущую серию, а потом возвращайтесь сюда, потому что там много всего интересного произошло. Если вы не шарите, что у нас сейчас с сюжетом, посмотрите. А, ты не клацаешь на подсказку? То есть ты такой умный, да? Типа ты уже смотрел все предыдущие серии, да? Ты большой молодец, если смотрел. Кто не смотрел, а если ты смотрел, ставь лайк прямо сейчас, потому что ты же знаешь, у меня, ёпты, все секреты записаны тут. Я знаю твой самый большой секрет, которого ты больше всего стыдишься. Если, мать твою, ты сейчас лайк не поставишь и дрить колотить, я этот секрет всем расскажу. И маме твоей, и бате, и всем родакам, и будущей твоей жене, потому что я знаю, или мужу, я знаю, кто это будет, и друзьям всем. Поэтому поставь лайк прямо сейчас. А мы сейчас продолжим. Танк на месте стоит, все на месте. Ой, не смотри, что я такой возбужденный, просто я в плен взял одного дебилуса. Как вы помните, в предыдущей серии я вырубил вот этого военного сержанта, ёпты. Вот, и он сейчас сидит у меня в плену. Я, мать его, даже не знал, что у меня в подвале еще одна секретная комната есть с клеткой. Так. Вы себе даже не представляете, как я, ёпта, обрадовался, когда нашел вот эту клетку и засадил туда вот этого сержанта, ёпта. Слушай, да, сигарета с каждой серии мне все больше и больше нравится, честное слово. Ну, что ты там, дебил, а? Вот. Это дебилус. Сидишь, значит, сидишь тут. Так, вот, а где у меня тут секретный проход? В эту... А, вот! Здорово, ёпта, здорово! Ну что, сержантушка? Привет. Как тебе тут в камере сидится, а? Туалет есть, сральник есть, все есть, значит, хорошо. Как тебе тут? Рассказывай давай, военушка. Давай ты меня выпустишь по-хорошему, давай ты меня не будешь тут держать, давай. Что ты ляпнул? Ты понимаешь, что тебе это все плохо закончится для тебя? Ты понимаешь, что нельзя? Давай выпускай меня. Думаешь? И что ты мне сделаешь, а? Ты за клеткой, дебил. Ты даже не представляешь, что я знаю. Ты не представляешь, какие технологии мы знаем, чему да? А, ну давай тогда рассказывай, я тебя внимательно слушаю. Давай. Вот ты знаешь, черную давалку, знаешь? Черную давалку? Да. А ну познакомь меня, пожалуйста. А чё она? Это секретный агент, черная давалка. Она русская, понимаешь, русские, они все такие. А у тебя номерок ее есть? Давай продиктуй, пожалуйста, я запишу. Да ты не понимаешь, тут дело вообще не в этом, ты понимаешь, что чёрная давалка. Да чё, я понял, эти все псевдонимы, черная давалка. Да давай скажи, я ее. Вот Тануса, знаешь, Тануса. Тануса? Тануса. А вот этот самый... Анус у давалки есть, да, Танус? Нет. Танус это величайший злодей, он работает с черной давалкой. Подожди, ты мне номер не дашь? Да ты вообще не понимаешь, что я тебе говорю. Хорошо, давай, технологии из космоса, у Тануса есть свои какашки бесконечности, понимаешь? Какашка. Мать твою, и ты на меня еще гнал то, что я ненормальный. Я, конечно, видел бомжару, который летает, но ты вообще шизанутый, из дурдома сбежал. Какая... Какашки бесконечности — это самые сильные какашки на этой вселенной, понимаешь? Они даже не сравнятся с твоими какашками, с моими какашками. Это какашки бесконечности. Дебил! Дебил проклятый! Подожди, у меня тут ЧП! ЧП! Да ты не смейся! У меня шавуха на стол упала, все, подожди. Ну давай. Я тебе продолжу рассказывать про Тануса со своими какашками. Так вот, смотри, Танус, он владеет какашками. Танус какашками, понимаешь, да, логика есть? А ну только какашки необычные, они какашки бесконечности. Это самые разновидные, самые сильные какашки на этой планете. Они могут уничтожить весь мир. Подожди, у него диарея, у него понос, так какашки бесконечности или чё? Бейте меня об стенку, господи! Я ничего не понимаю. Сержант, ёпта, ты понимаешь, ты для меня обезьянка. Ты будешь сидеть у меня в камере, я буду сюда приходить, когда мне скучно, ты меня будешь развлекать. Ты
Ты еще пожалеешь о сказанном. Ну выпусти меня отсюда, давай выпусти. А не то я тебе покажу свои секретные технологии, и я тебя, ты просто на мелкие частицы квантовые смотри, расщеплишься. Как хорошо, а ну, автомат свой дай. Слава богу, что у тебя там патроны закончились, но выкинь его сюда на всякий случай. Может, ты сейчас из своего Тануса достанешь эти патроны. Так что я оставлю вот тут. Вот. Пускай калашик будет его, да. Ты думаешь, вот этот калаш, это и есть секретные технологии? Этот калаш, фу, по сравнению с моими секретными технологиями, о которых я тебе не расскажу. О, да-да-да. Чёрные, я не расскажу. Чёрные я тебе могу давалки. Рассказать. Да-да-да, про чёрную давалку и про Тануса. А ты мне лучше про чёрную давалку расскажи. У меня девки давно не было, если что. А ну. Ты не понимаешь, тут не так всё просто. Ну, я прошу, а я... Хочу тебе напомнить, что у меня на мушке ядрит колотить прямо сейчас находится. Да мне вообще пофигу, ты понимаешь, что мне твоя пушка вообще не страшна. Ты не понимаешь вообще смысл. Да? Ай, больно, не надо, я пошутил. Ну тогда смотри. Короче, безумец ты проклятый. Как тебя вообще взяли в армию? Если ты, мать свою, шифером своим не дружишь, у тебя кирпичики уже сыпятся, у тебя чердак, чу-чу, поезд ушел давненько, все, надо в больничку забрать, койку посадить, связать, понимаешь, дурдом, мать твою. Какие Танусы? Какие черные давалки? Ты, во-первых, Танус, они не то, что ты сказал. А во-вторых, самое главное в этой всей истории, это какашки бесконечности, ты понимаешь? Хорошо, расскажи мне, ёпта, что такое какашки бесконечности? Я не блю, давай, что это такое? Ну вот смотри, вот ты покушал, и у тебя получилась какашка. Но у тебя никогда нет, у тебя просто обычная какашка, а у него какашка бесконечности. Он кушает, они бесконечные такие, просто вжу-вжу-вжу-вжу, как пулемет такой. Вот так, понимаешь? Так может ему к врачу сходить? О, это секретное оружие, ты понимаешь, это его секретное оружие. Ты мне еще скажи, что там... Бесконечный какашек. Как какой-то там, ёпты, железный человек еще там существует. Не, там, чем... там не железный человек, там человек-железо, понимаешь? Человек-железо, не железный человек. И Халк есть? Нет, там не Халк, там Халк вот такой вот есть, да. А Капитан Америка там есть? Капитан... Дай угадаю, там не Капитан Америка, а Капитан Казахстан какой-то, да? Да, вот как раз угадал, Казахстан. Ну там в Казахстане как раз таки секретные технологии начали производиться, и поэтому там есть капитан. Мне кажется, ты ёпты комиксов каких-то перечитал, честно тебе скажу, для дебилов. Вот ты думаешь, все эти комиксы просто так пишут? Да нет, мы сотрудничаем с ними. У тебя еще один калаш на сраке висит, я чуть не могу понять. Никакого у меня калаша нет. А ну, обери, свой Танус покажи, вот калаш висит. Никакого у меня калаша нету. Вот калаш висит. У меня только МДМшки есть, будешь? МДМшки не буду, я не понимаю, что у тебя... А, это, наверное, еще белочка с того случая осталась у меня, я не понимаю, что у тебя там калаш делает. Короче... Это ты мне еще говоришь, что я ненормальный, да? Дебил, ну у меня хотя бы какашек бесконечности нету, как у тебя, придурок. Кто еще из нас придурок? Посмотрим, кто окажется придурок, когда тебя убьет какашка бесконечности. Хорошо. Я тебе не верю! Докажи свои какашки бесконечности, докажи, а то я тебе сраку подожгу, давай! Ты понимаешь, что это секретные технологии? А, ну хорошо. Нет, подожди, ты меня выпустишь, да, если я тебе покажу? Конечно же нет. Я могу сам вылезти, вот смотри, видишь? А ну дай сюда! Сюда дал! Что это такое? Да сюда! Я сейчас застрелю тебя, мать твою! Да сюда! Механическая портальная пушка, ты понимаешь, это... Да хоть твой Танус очиститель, выкинь сюда! Дай сюда! Назад посмотри. Дал сюда! Ты зайди туда. Нет, ты мне сюда дай, ёпты! Нет, там, это портал в какашку бесконечности. А ну быстро выкинул! Быстро! Быстро! Ай-яй-яй, отдал. Все. Все, мать твою, больше ты не выберешь. Ты понимаешь, насколько ты упырь? То, что у тебя сейчас было шанс, возможность сбежать, и ты не сбежал, дебил. Ты понимаешь, насколько ты отсталый? Мама говорила, что я очень умный. Ты заспамил портал, и вместо того, чтобы сбежать, ты просто начал хвастаться, что смотри, детектив, что у меня есть. Ты же просил показать тебе секретную технологию, вот тебе показал. Так ты же мог меня обмануть и сбежать из плена, я тебя сейчас никогда в жизни отсюда не выпущу. Хотя об этом это я не подумал. Подожди, меня плющите, подожди. То есть, если я сейчас зайду сюда, я выйду оттуда. Да. Ты меня обманываешь, да? Да нет.
Так. Все, давай выпускай меня теперь отсюда, все, я тебе показал секретные технологии, давай выпускай меня. Так, подожди. Бам, бам, там. Слушай, как и нихрена себе! Да чё, реально это вся лабута существует во вселенной? Ты только сейчас до этого додумался, ты понимаешь, что это опасно! Папа, познакомь меня, пожалуйста, с железным человеком! Ой-ой, я мне же железный человек, нет! Лучше с чёрной давалкой, пожалуйста! Я не могу... А подожди, а у неё парень есть? Нет. А, ну вот, дай номер, пожалуйста, какой-то. Она трансвестит. Не давай номер, пожалуйста. Ладно, ладно, я сейчас верну, ты тут подожди, я пойду под дур. Куда? А там, да, там же у тебя еще твой танк на улице стоит. Ты что, дебил, не трогай танк! А, хорошо, сейчас... Нет, только не танк! Сейчас все будет, подожди, сейчас все будет. Ой-ой-ой, Игорь. Слушай, еще и танк есть. А танк еще и стрелять умеет, да? Да что ж такой неуправляемый? Нет! Собака, ладно, надо, я его реально лучше трогать не буду. Заколебал это. Чё это? Гравитация какая-то. Так, хорошо. Слушай, а как эта хрень работает? Пора и пора. Да, ну, то есть я сейчас зайду в этот гараж, да? И выпрыгну из этого автобуса, да? Опа! Так, хорошо, хорошо. Я могу заспалиться где-то, вот, допустим, на крыше. Опа. И ёпты, опа. Ну, то есть я сейчас на крыше, да, чуть-чуть. Опа, ёпта! Я ж так могу банки грабить. Я ж так... Какие банки грабить? Я детектив. Ну, это просто плохие мысли мне в голову лезут. Но на самом деле, все очень даже хорошо. А может, в этого дебила еще что-то есть? Какие-то там секретные этим... Может, я время могу телепортироваться? Обратно в пьем. Так. Оп. Не, лучше. Лучше так. Опа. И опа. Так, хорошо. Оп. Офицерушка, мне нужны часы, которые меня во времени будут перемещать. Дай мне, пожалуйста, эту хренотень. Какие часы? Ты не понимаешь, что ты наделал? Боже мой. На всем крышка, на всем крышка, ты понимаешь? Па-па-па-ра-па. Смотри, умею. Опа! Опа! Пожалуйста, хватит, ты не понимаешь, что у масштаба нашей проблемы. Ты призовешь этого Тануса, ты понимаешь, не используй это. Не хочу я твой Танус призывать. Давай вы там сами будете в своем вот этом. Как твоя организация называется? Вот это еще не скажу. Понимаешь, готовится вселенское вторжение, понимаешь? Придут эти... А инопланетяне, понимаешь, от бла, Тануса. Бла-бла-бла-бла. Как твоя организация называется? Ты забыл, что у меня калаш в руке? Все пропало, ты понимаешь? Раз, три секунды даю, два, и как организация называется? А я забыл. Ты дебил? Я забыл. А как тебя зовут хотя бы? Сержант, агент, я не помню, цифры там всякие были, цифры. А у нас память просто короткая, у нас солдатов на специально строевые чип, чтобы я все память все стирала, чтобы я не рассказывал. У меня тут 100% должен быть адрес твоей мамы. Я из соболезнования напишу. Сын имбецил. Я не могу. Я просто и тупости угораю. Короче, смотри сюда, Танус. Все, иди спать. Ты будешь у меня тут подопытным кроликом. Я же тебе говорил! Я же тебе говорил! Про вторжение говорил! Ну, ты мне это уже на протяжении всего дня говоришь! Протяжение инопланетяне! Обернись! Я же говорил, вот он! Вот он! Кто? Повернись! Назад посмотри! Сюда, дебил! Быстрее, дебил! Быстрее! Отстань от меня, идиот! Ты не понимаешь, нам хана, нам всем крышка, нам всем хана, нам всем быстрее, обернись! Твою мать, выпусти меня отсюда, выпусти быстрее! Может, ты умом не вышел, как тебе объяснить? Смотри, я и ты, мы с тобой не друзья, не друзья. Закрой хлебальник свой. Ты не понимаешь, сзади тебя, обернись, я же говорил! Дебил, я тоже говорил, что ты дебил, что еще могу сказать, дебил.
все. Все пропало, все пропало, все, все пропало. Ты тут ночуй со своими вечными поносами или я пошел, дебил.